СМС-оповещение о поступившем обращении приходит теперь всем, кто обратился в прокуратуру. Вместо письменного ответа в течение 24 часов гражданин получает СМС-ку. Пилотный проект запущен в Байдебекском районе. Сотрудники районной прокуратуры уже работают по новой услуге. В областной прокуратуре данный проект называют не единственным. В 4 райпрокуратурах Шымкента открыты центры приема граждан, где каждому обратившемуся не придется ждать часами приема. О готовности ответа прокуроры сообщат посредством СМС-сообщений. Этой услугой пользуются уже наши жители района. Прокурор области нам дает задания для реализации проектов. Я думаю, что наши проекты будут полезны жителям. В отделении внутренних дел района уже функционируют открытые допросные. Во время беседы можно видеть, как все проходит. А дежурный прокурор наблюдает за процессом из своего кабинета. Мы решили проверить, как работает такая допросная. Эти камеры передают звук и картинку. Вот в данный момент дежурный прокурор и наблюдает за нами. Еще один пилотный проект уже доказал свою эффективность. Теперь с дежурным прокурором можно связаться через видеодомофон. Расширяется и зал ожидания в областной прокуратуре. Комфорт обратившихся граждан прежде всего уверены прокуроры. В Южно-Казахстанце зачастую обращаются в прокуратуру как в последнюю инстанцию, и необходимо, чтобы их визиты проходили в надлежащих условиях. Модернизация и реформы прокуратуры дают уже свои плоды. В нескольких районах города открыты центры приема и комнаты допроса. На очереди открытие центра правоохранительных услуг. Как нам удалось узнать, глава области уже поддержал инициативу. Нашли здание, теперь ведутся подготовительные работы. Шудин Саидов, Марат Давлетов, Камила Сайфуллина, информационная служба телекомпании «Отрар».